Лукашенко, у нас с Киевом нет неразрешимых проблем. Также Беларусь готова включиться в конфликт между Украиной и Российской Федерацией для его разрешения. Между Украиной и Беларусью не существует неразрешимых проблем. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на форуме регионов в Гомеле, где присутствовал его украинский коллега Петр Порошенко. По словам Лукашенко, Минску и Киеву всегда удавалось находить взаимоприемлемые решения. Между нами не существует неразрешимых проблем. Минск и Киев всегда находили взаимоприемлемые решения. Думаю, что по итогам переговоров будут расставлены необходимые акценты по всем вопросам. Мы можем в конструктивной атмосфере обсуждать любые, порой, очень сложные темы, отметил глава Беларуси. Также Лукашенко заявил, что его страна готова включиться в конфликт между Украиной и Российской Федерацией для его разрешения. Вопрос войны в Украине в последнее время политизирован совсем рядом, у нашего порога, у наших братьев гибнут люди. Конфликту вроде бы нет конца. Цель одна, и я это знаю по президенту Украины и, скажу откровенно, по многим вовлеченным в этот конфликт, цель прекратить эту войну, цель – сохранить единую и неделимую Украину. Нельзя эту проблему оставить нашим детям для разрешения. Это будет преступление перед теми, кто придет после нас. И здесь мало договориться России и Украине. Можно договориться, но этого мало. Потеряно доверие друг к другу. Чтобы быть абсолютно однозначным, наша позиция – позиция Беларуси. Мы готовы включиться в этот конфликт там, где сложно и где нет того доверия, которое должно быть, сказал он. Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что пребывание украинцев в Беларуси можно назвать потенциально опасным. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi.correspondent.net. По материалам сайта news.gr.com.